Всем привет! В эфире ваш путеводитель в мир отличного настроения и ярких выходных. Как культурно отдохнуть в городе, расскажу прямо сейчас. Поехали! Пятница вечер. Самарцев приглашают на спектакль «Шинель» в Дом культуры «Чайка». Повесть Гоголя – трогательная история о любви к вещи. Тема спектакля – искренняя любовь и сострадание к человеку, которые в наши дни являются большой редкостью. Режиссер передает эмоции произведения, дает почувствовать, что значит для одинокого, беззащитного существа тепло его шинели. Конец года, конец десятилетия. Самое время подводить итоги. Это и предлагают сделать в галерее «Виктория». Итоги 2010-х. Как менялись музыка, архитектура, искусство и общепит в Самаре, и что с ними стало. Открытый диалог. Вместе с ресторанным обозревателем, музыкальным промоутером, архитектором гостям предлагают обсудить, откуда взялось выражение «город-курорт», как от японской кухни мы перешли к грузинской и как изменился центр города, что стало с периферией и многое другое. В музее модерна открылась выставка «Природа есть интеллект». Организаторы представили, как художники используют в качестве природных элементов не только растения, цветы, а увиденные в микроскоп нейроны, аксоны и их связи, визуальное осмысление которых и порождает наши мысли и чувства. Поэтому выставка получила название «Нейромодерн». В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль немецкого кино. Горожанам покажут 4 фильма в субботу в 7 часов вечера, в воскресенье в 5. Зрителей ждут по адресу Московское шоссе, 17. На этом все. Всего вам доброго. До встречи!